Всем привет, уважаемые любители футбола! Рад вас приветствовать в замечательном городе Брянск, где сегодня в рамках Лион второй лиги дивизиона А группы Серебро в перенесенном туре встречается команда Динамо Брянск, и принимают они на своем поле команду из Омска, коллектив Иртыш. Безусловно, матчи обещают быть сегодня интересными по своим разным накалам. Все-таки подходит у нас с вами уже к концовке данный сезон. И понятное дело, что сейчас и для одних, и для других набор очков является очень важным связующим звеном. Гирюков. Хорошая передача. И вырезал сейчас как. И здесь не будет, по всей видимости, будет. Будет все-таки пенальти, я насколько понимаю. Да, было все-таки нарушение правил. Второй номер свалил сейчас и не поспевал, да, за этим мячом. Итак, хладнокровно. Хладнокровно и абсолютно без каких-либо лишних нервов. Да, Гирюков отправляет мяч в ворота, делая счет 1-0. Ну, знаете, для раскрытия игры, для каких-то потенциальных далее таких вот сверх интересных событий этот гол, как мне кажется, был нужен. Ну а здесь уже продолжается атака у команды «Динамо». И до удара дело можно довести. Ближний угол. Дмитрий Пикатов мяч отправлял. Хорошая позиция у него была для удара. Мог также делать передачу. Но такое ощущение, как будто все-таки немножко отпустил от себя подальше мяч. Ну и пока вот именно эти проходы, так скажем, с бровки как у одной команды, так и у другой, ничем пока интересным не заканчивать. А вот такой вот дальний удар, пожалуйста! В самом начале второго тайма вот такая красота залетает в ворота. Никита Ершов, как же долго он вел этот мяч, как же долго он его вынашивал. Еще в том числе, давайте отметим, здесь и арбитр тоже успел обвести. Ну как же дали ему пробить футболисты. Команда «Динамо», здесь еще одна простынная передача. И до удара дело дойдет, и вот момент уже гораздо опаснее был. Ну, действительно, веселее у нас с вами стала игра смотреться в начале второго тайма. Артем Медведев, нет, по-моему, все-таки Пикатов, да, принимал этот мяч. И вот как раз-таки сейчас этим можно пользоваться исходу. Может, Иртыш сейчас еще и на третий гол вполне себе наиграть. И вот, пожалуйста, дальний удар. И продолжается в любом случае атака. И можно делать передачу на вершину. А можно и попробовать сейчас в том числе и прострельную передачу здесь использовать. Но как-то Никита Ершов неудачно сыграл. Но в любом случае Иртыш продолжает идти вперед. И момент такие опять, и пенальти. Пенальти, но браво, браво за сегодняшнюю игру. 5 баллов можно уже, безусловно, ставить на уру Ерегову. И вот вам, пожалуйста, да. Так оно и есть. 3-0 забивает Илья Карпук. Доволен он данным результатом. Довольна его вся команда. Ну и, собственно, вполне себе я допускаю, что сегодня Иртыш именно увезет вот такую вот крупную победу нашей с вами игре. Ну и на этом все. Да, Иртыш побеждает своих соперников со счетом 3-0, с чем мы, собственно, омскую команду поздравляем и их болельщиков столь уже для них поздний час. Действительно классный получился поединок.